Здравствуйте. Октябрьская. Да, это магазин птичка. Ага. В общем, к вечному огню. Раньше была птица. Ну да. А сейчас что, птичка? Да сейчас вообще неизвестно, что это. Потом птичкой сделали. А-а-а. Вот. А сейчас, короче, там аренду брали, потом навернулась эта аренда, закрыли. В общем, сейчас не работают вообще. И там вот эта дверь, где грильбал, бар был. Водой торгуют, заварка, чай. Ну, ясно. Чай, кофе, капучино. Ну да, оно же там рядом, это студенты учатся, так они же. Это бутерброды, это еще. А где там студенты рядом учатся? А институт. Матусовского что-нибудь? Нет. Какой-то ЖКХ. Институт ЖКХ, четырехэтажное здание. Клеточки. Ближе сюда, где Ну да, где Калинина, да. Вот они там только сообщили. Да, иногда бывает, приедешь уже, по-моему. Уже забыл, куда я ездил. Да вот это же с интернетом проблема. Да ну нет его. Ну я же говорю, что. Я и так на гостела заехал, думаю, черт никуда, это же, думаю, ни интернета, ничего нету. Вдруг раз выхватывают интернет и заказ сразу онкология. Единственное, что там же быстро не проедешь, там дороги нет практически. Thank you.